прижал Бычкова к борту, но тот все равно сделал передачу на партнера в среднюю зону. И вот уже Алексеев рвется вперед и обыгрывает Миронова, и обыгрывает Коновалова! Это фантастика, просто супергол сейчас в исполнении Локомотива. И я думаю, мы этот гол будем пересматривать везде теперь, потому что ну такой красоты не часто увидишь. И это снова звено Георгия Иванова. И снова похоже на то, что все три нападающих поучаствовали в этой атаке. Причем такой очень и очень сложной получилась эта атака, начинающая со средней зоны. Там две или три средние передачи, в результате которых вот оказался уже за спиной, ну, как минимум, четырех игроков московского «Динамо». Денис Алексеев и исполнил все, конечно, просто на высоте.